Я знаю фиксершу из Вестбрука, спрошу у нее. Ви, фиксеры не делятся инфой направо и налево. Мы с ней работали вместе. Не то чтобы она у меня в долгу, но посмотрим. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Хорошо выглядишь, Джош. А ты думал, выглядеть надо презентабельно. Здравствуй, ты хотела поговорить? Я ищу брейн-данс. О, какой-то особенный. У них на логотипе бабочка, мертвая голова. О, вот сейчас советую тебе быть поосторожнее. Ты можешь достать мне такую запись? Нет, но я хорошо представляю, кто может. И кто же? Есть магазинчик на Чпок-стрит. У них большой выбор всякого дерьма. Спроси у владельца. Спасибо, Вака. Эй, Чумба, это что за наебалово? Мне нужно что-нибудь сырое. Тут же не хватает четырех кусков. У меня я столько все получил только... от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай. Я зайду как-нибудь еще. Я не с Пабло работаю, а с тобой. Наверняка. Если что не так, отвечаешь тоже ты. А ты что? Я бы тебе прямо сейчас покупаешь что-нибудь, или так и будешь клиентов отпугивать? Дерзкий, что ли? Давай, мне нужны риски. Брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Ну, покажите, что у вас интересного. Залезай. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готово. Жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Ви, я включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Заказ недавний. Спецовка с нашивкой Корпы Электрик. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Бабы из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы.
О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Buck & Slice. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Buck & Slice. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Buck & Slice. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Buck & Slice там тоже есть. Но это все равно догадки. Ну да, но в любом случае нам на электростанцию в Чартерхилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Ясное дело, ты со мной? Да, поехали. Погнали. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. И мы на месте. Ну что, идем? Погоди. Ты не говорила, зачем она тебе нужна. Вдруг я тебя к ней приведу, а ты сделаешь ей хуже, чем эти подпольные студии. Мне нужно узнать, кто ее нанял. Кто бы это ни был, мне нужна его помощь. Иначе мне пиздец. Фига себе. История, достойная любого наемника. Спасибо, я рада. Можем идти? Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Ладно, я пошла. Ну как, все занесли? Почти. Что значит почти? Ящик в руки и вперед! У меня перерыв. Я тут рублю хром уже 5 лет. И я тебе говорю, у нас нет перерыва. А я тут работаю 4 дня, и меня заебало таскать ваши ящики. Я сваливаю. Никола! Любви. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Свидетели считают причиной. Старайтесь избегать второстепенных. Мы будем и дальше держать вас в курсе развития ситуации. Я скопировала план. Сейчас буду. Попробуй найти проход на нижние уровни. Я нашла спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Ви, подожди. Я сейчас. Я здесь. Надо спуститься на -2 уровень. Скорее всего, ее держат там. Ну, слава богу.
ты посмотри, мы до сих пор живы. Так, теперь идем чисто. Идем дальше. Вон там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Из нее вырезали все импланты. И заодно пару внутренних органов, чтобы добро не пропадало. Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их ни отстреливай, они все равно как тараканы откуда-то выползут. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Вижу ее. И кабель. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готова. Я скажу, когда пора. Я тоже. Давай! Да? Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Эвелин, мне надо знать, кто тебя нанял. Ты ебанутая? Не можешь подождать? Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Поняла. Идем к лифтам. Ну давай, тебе трудно, что ли? Ну хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хоть и обкуриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче. Ну что, заходим? А чего нам еще ждать? Не для того мы прошли через ад, чтобы торчать под дверью. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросила найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было... Знаю, все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Окей. Показывай. Погоди. Дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Садись. Ладно. Запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, по фебори.
Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Можешь осмотреться, если хочешь. Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезная нетранер. Или просто работает на пару с таким. А, я знаю, что это. И что же? Символы Виви. Ты в них разбираешься? Если ты про смысл, то это не ко мне. Я просто слышала, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. И я не то чтобы на 100% уверена. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. А это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась. Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай, чего уж. Меня уже ничто не удивит. Oui, Léa, Léa. Tu as raison, mais c'est tout intelligent pour ça, pour te bien. Mais c'est pas enragé. En plus, c'est plus bon moyen. Nous vivons pour nous rire sous Yuri Nobu. Faut que nous prenions chose là. Ou Guillaume, plus bonne idée? Très bien. Si vous décidez, c'est pas une critique qui s'en pense. Аль континью, эльфа траваю. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском? Раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? Ампли, сепи бомуае. Ноги ве пунори в сую риноду. Фокну прончасла. Мы тебя микуемем же авео, ки Сильверен отмене ну дирек су альт. У Гиньон пи бон иде? Тре бьен, си во дихи си спанс критики сам панс. Ай континью эльфа траваю. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер, и это было 100 лет назад. Ви? Ты не знаешь? Честно говоря, понятия не имею. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все спокойно обдумать. Конечно. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну ты хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты же говорил, что нам уже ничто не поможет.
Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? Слушай, мне надо бежать. Ну, поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты очень хорошая, очень крутая. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому. Ви звонит. Следовательно, Ви жива. Мне нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Вижу, ты решила сразу зайти с козырей. Вудуистами руководит мама Брижит. Добиться с ней встречи – непростая задача. Ты не ведешь дел с вудуистами? Тебя это удивляет? Я стараюсь рисковать как можно реже. А у них риск – это данность. Могу поспрашивать, если хочешь. За спрос денег не берут. Мне нужно только знать, что именно тебе интересно. Скажем так, у меня есть то, что им нужно. Ты хочешь что-то предложить вудуистам? Поверь мне, им от тебя ничего не нужно. Это закрытое сообщество. Техника, сети, наемники. У них все свое. Но если ты настаиваешь, я сделаю пару звонков. Если будут новости, сообщу. C'est nous-mêmes qui a transpiré ta coubouique. Non, get mon mon. Tant, qui j'en ou joint nos formations en Suécia? Jeff Tevin tout près hier soir. Il est un dégénérateur. Je pense que Annie Mozio te doit faire le marché. Paquet de saloperie. Quitter Zoli était posé avec la paix. Tout le monde ici là te connaît, Michel. L'été dernier, dans nous, tu t'es songé la vie Zouzil. Avant la main, on levé la collée, l'été la caille nous. La caille pep noir. Bagay vient changer. Faisons la vie nous patape jamais bagay là. Bagay vient changer. Faisons la vie nous. Patab jam même bagay la. Mais nous si vive. Ты, Ви? Мы тебя ждали. Это ты заказчик? Мне наконец расскажешь, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Les pas sauté tant qu'on l'a toujours fait. Il pas fait aucun sens. Мне нужен Пласид. Пласид. Garde ici là. Dodo ti petit maman. C'est au même. Continuez. Dodo ti petit garde là. C'est ou pas dodo, crabla va manger. C'est ou pas dodo, crabla va manger. Maman ou pas là, papa ou pas là, allez à rivier. Si ou pas dodo, crabe la va manger. Ты, Пласид?
Я к вашему главному. Кисауле. В часовне сказали встретиться с тобой. Я от мистера Хенса. Он сказал, у вас есть работа. Не здесь. Пойдем. Куда мы идем? Пасифика. Что это? Клубок неразрешимых противоречий. Туне! Фунудео! Сюда. Сепан! Туне на вилла! Люсе Пасифика! Может преобразиться. Все это и многое другое. Вот это Пасифика. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корпораты кормят курицу. Она несет звонкие Эдди. На Эдди покупают больше куриц. Нас интересует ГИМ. Grand Imperial Mall. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял пустой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Эй, Блази. Баконик дагуэ, дуги джасуэ. Ухон гиза увэ. Лиси сенсиб кеса? Ловли? Дагуэ. Grand Ezra. Placide, petit moi. Où? Ou pas de besoin. Quel l'autre qui gagne les pis mal? Peut-être. Mais ça, c'est pour. Même pas un nom pour y réponse. Merci. Пошли, уже недалеко. Placide, ou gagne un mimi? Pas je dis. Питай, Эмили, не паблие. Раньше имела дело с животными? Да, пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из ГИМа? Поэтому я здесь. Скоро сама все узнаешь. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики. Без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Угу. Может, вас пытаются обмануть? Спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько их там, примерно? 30, может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Когда я увижу Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать! Ты взяла заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. Почему вы своих в ГИМ не пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? А, неважно. Он все равно поврежден. Как? Я получила пулю, чип перестал работать. Вот как. Ну? Что скажешь, я гожусь для работы? Камьюнет. 20:35:07. 3 секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда камьюнет приехал. Довольно навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было,
Это Прасид. Важно. Фемепотля. Похоже, животные тут ни при чем. Они просто охранники, их наняли. Кто-то с полным фургоном на тренерских приблуд. И мне надо узнать, кто это. Угу. Начни с камьонет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к Резу Агве, нашей сети. Что? Зачем? Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь, и видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через ГИМ. Еще один голос в башке, то, что Рипер прописал. А, следить за мной будешь? Вот оно, доверие. Ладно, что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. Ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брижит? Да. Сокти в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Ви? Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да. Это мои люди. Поговори с ними. Ты Ви? Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь, все тихо. Никаких перемещений? Ну, они выбрались за едой один раз. Чего ты ждешь? Любуюсь видами.